Ребятушки, всем привет. В таком необычном ракурсе снимаю в машине. Суть в том, что это вот десяточка, которую мне принесли в трейд-ин. Лично мне купили себе Макс, этот телефон сдали. И этот телефон уже, к сожалению, забронировали. Его забронировали прям сразу, как только я выложил пост в Инстаграме. Но я обещал выложить видео по поводу десятки. И вы знаете, здесь ситуация достаточно простая. Это обычный 10 iPhone, 256 гигов, купленный в ресторе, в Самаре, все с ним хорошо. Телефон в идеальном состоянии, был с самого начала в пленках, в стеклах, в защитных этих, всех аксессуарах. То есть вообще в идеальном состоянии. И этот телефон я сейчас человеку из Самары продаю. Но, тут сейчас должен подойти. Но, короче, в чем интересность вообще этой модельки? В том, что в ее чеке, на самом деле. И мы говорим, что связной настраивает достаточно недешево устройство, да, 7900 за, как его там, VIP-настрой гарпун. Это пиздец, это на самом деле связной, это за гранью добра и зла. Но вот тут тоже интересная история наблюдается. Смотрите на чек, короче, что здесь происходит. Вот. Чтоб вы понимали, iPhone 10 на 256, ну, куплен он прям, видимо, на старте продаж, и к нему продали, во-первых, собственно, сам смартфон 91 тысяча, чехол для iPhone Letter Case за 4300, защитный экран Gorilla Glass Corning Red 2990, обновление операционной системы. То есть, ребят, человек покупает абсолютно новый iPhone на старте продаж, и ему делают обновление операционной системы, которая стоит 2990. И что ему еще делают? Перенос информации с iPhone 2990. Но этого мало рестору. Здесь еще есть наклейка защитного стекла. 1490. Ебануться просто. Парни, это смешно. Это, блядь, мне от этого и грустно, и смешно, потому что услуги, которые были оказаны на этот телефон в виде наклейки защитного стекла и переноса информации, и обновления операционной... Нахуя делать обновление операционной системы на новом телефоне? Камон! Ну, даже ладно, нет, они, наверное, делали обновление операционной системы на старом айфоне, чтобы перенести данные на самую актуальную версию этой десятки. Ну, просто, блядь, 6 тысяч за перенос информации, ребята, ну, камон, это реально за гранью просто добра и зла. И это у нас, да, это у нас ООО «Рестор», Самарская область, Дебенк 30. Вы знаете, тут на самом деле просто наблюдается такая тенденция, что ритейл с нынешними ценами, получается, он не выживает особо. И ему приходится изъебываться вот на такую херню. Удивительно, что клиенты... Ну, на самом деле, скорее всего, клиент, да, который этот телефон купил, а он уже, получается, в третьих руках будет, который этот телефон изначально купил, он, ну, не парится, что ли, за бабки или еще что-то. Я просто не понимаю. Ну, ты пришел купить телефон, который стоит 90 тысяч. А у тебя в итоге чек на 106. И я, например, да, как достаточно пытливый покупатель, пользователь, я бы задался вопросом, а 16 тысяч это вот стекло... То есть визуально это стекло и чехол получилось. То есть 16 тысяч это вот стекло и чехол. Ну и настройка, конечно, еще, но, блядь. Ну, настройка, блядь, вот это вот обновление. Вот смотрите, чтобы понимали, раньше 163 я работал, мы это все делали за косарь. И то люди такие, ну, я лучше дома. А тут 6 тысяч. Ну, в принципе, да, недалеко от связного, у них 7. Тенденция-то какая? Что ритейл получается, ну, очень себя плохо чувствует со стандартными продажами. Им приходится вот так вот изъебываться. И по-любому, я думаю, это не прям инициатива продавцов вот так вот, да, втюхивать.
эти аксессы, услуги, они-то, наверное, и рады дешевле сделать, но, скорее всего, стоят планы. И получается, эта ситуация, она, ну, одинаковая у всех магазинов, что ли. Ну, не знаю, я как бы просто, еще знаете как, рестор же у нас, понимаете, в чем проблема еще рестора, точнее, проблема людей, которые идут в рестор. Рестор у нас многие, ну, достаточно там не пожилое поколение, да, но люди как бы с опытом уже, да, они воспринимают как Apple Store, то есть как будто бы это оригинальный Apple. И ко мне многие люди приходили и говорят, ты где покупал телефон? И говорят, я покупал в оригинальном Apple, в Космопорте там. Но они не понимают, что этот рестор — это такой же перекуп товара, как, такой же реселлер, как и связной Евросети. Он недалеко от них ушел. И если ты приходишь вот самый этот Apple, который они говорят, да, то есть ты приходишь туда, покупаешь iPhone, тебе все бесплатно делают. Настраивают, обновляют, помогают, клеят, само собой, стекло. Ну, стекло там стоит, наверное, каких-то там 20 баксов. Вот. А здесь же шкурят по полной. Актуальна ли эта история на сегодняшний день? Скорее всего, актуальна. И еще вся эта тема в кредит. Может быть. Я не знаю, конкретно здесь, там чеки не видно, договора не видел, как бы. Не знаю, что там кредит. Но суть в том, то, что вот эту всю ебаторию, наклейку, блядь, стекла, тебе продадут в кредит. И ты будешь за нее пару лет платить. С процентами банку. Логика отсутствует напрочь. Торжество абсурда. Но, опять же таки, тут два вида клиентов. Первые, это приходят, им похуй на бабки, они платят. Ну, вот у них есть деньги, им похуй. Там наклейки стекла за 2000, да насрать. Стекло трешку, да похуй. Перенос данных за 6, похуй. Это отдельная категория людей. И вторая категория людей, которая хочет вот эту всю хуйню себе купить, вот этот вот заветный кусок, блядь, металла и стекла, но не может себе позволить. И идет покупать все это в рассрочке, в кредиты. И тут-то раздолье для ритейла и для продавцов. Вот эта вся ебань, вот эти все 16-17 тысяч, они запихиваются в тело кредита. И ты кредитуешься на стекло, на чехол, на наклейку стекла. На ну, пиздец. Пиздец, ребят, у меня нет слов. Я просто, блядь, осознаю это, сейчас сижу и понимаю, что ебануться. Всего хорошего.